winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here, lead me to your door. Many times I've been alone, many times I cried. Anyway, you'll never know the many ways I tried, but still there. Приездом. Мы проводим 10-е городские соревнования по зимнему плаванию города Новоуральска. Сейчас перед вами выступит глава администрации городского округа Машков Владимир Николаевич. Спасибо. Янцы, поселок. Сейчас еще Тюмень подъезжает уже на трассе. Тюмень, Заводоуков, Свердлов, да. На подъезде. Екатеринбург. Всех приветствую на нашей Новоуральской земле, а точнее на Новоуральском льду. Сегодня у нас традиционный открытое первенство города по зимнему плаванию. 10-е действительно Мельников говорит. Ну что, всем здоровья, погода великолепная. Главное, что и сами, и ребятишки, и дети уже вместе с вами занимаются этим таким отличным, традиционно российским, историческим видом спорта. Здоровья всем, улыбок. Ну и в новом году тоже всех было прекрасно. Мы тут наметили в следующем году очень серьезное мероприятие. 70 лет победы в Великой Отечественной войне на фашистской Германии. Я думаю, мы здесь очень серьезный заплыв устроим. Наш атомный проект на Уральск дал уран для первой атомной бомбы. Так что поздравляю всех вас на фашистском соревновании. Ну и Мельников меня уговорил первый раз окунуться. Ура! Ладно, хорошо.
Как вам чувствуете? Отлично. Бодрячком. Слава советскому спорту. Сейчас Леня должен. Нет. Копылов? Да. Давай, Леня. Готовимся. Внимание. Хоп. Пошел уже. Ощущения хорошие, обалдительные даже, можно сказать, непередаваемые. Всем желаю такого. Погода прекрасная, настроение хорошее, организация очень неплохая. Все хорошо. Давай, 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 давай
что говорить-то? Как вода. О! Класс, вода. Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. И здоровье. Здоровье отлично. Спасибо, зарядки, здоровье в порядке. Работать не будем, согласен, мою карьеру проводить. Жить не будем, тратить деньги. Thank you.